Здравствуйте, в эфире программа «Агрокурьер». Смотрите сегодня в нашем выпуске. Кому газопровод, а кому спортплощадку? В Самарской области завершилась реализация госпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий. На смену ей пришла новая программа. Чем она поможет жителям Ставропольского района? Эх, яблочко, куда ж ты катишься? Производители и чиновники обсудили вопросы увеличения урожая и доли присутствия местных фруктов на прилавках магазинов. В начале 90-х это была скромная деревушка с одной улочкой. Вдоль нее и прошел первый и единственный газопровод. Сейчас Малая Рязань уже крупное село, и застройка продолжается. Вопрос о полной газификации здесь один из самых острых. 5 лет назад приступили к разработке проекта. Довести его до ума помогла областная госпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий». Топились дровами, потом, когда подключили электричество, топились электричеством. Дорого? Дорогое удовольствие. О газе просили долго? Да, с 2008 года я одна из первых начала писать, чтобы нам провели сюда газовую трубу. Тем более, что половина у нас села Малая Рязань уже была газифицирована, но данной трубы у нас не хватало, и поэтому мы писали, чтобы нам провели на другую сторону. Протяженность газопровода 5,5 километров. К голубому топливу на первых порах подключат 45 домов. Территория развивается, земельные участки застраиваются. И в перспективе подключение от 100 до 150 домов. Программа устойчивого развития сельских территорий завершилась и передала эстафету новой госпрограмме уже комплексного развития. Она открывает еще больше возможностей для благоустройства населенных пунктов по инициативе самих жителей. В Большой Рязани, например, уже знают, что не хватает селу, точнее сельской детворе. Новой спортплощадки вместо ветхого стадиона. Просьбы воплотятся в реальный проект уже в этом году. Это очень и очень серьезный вопрос. Вот то, что нам сказали, объявили о том, что мы участвуем вот в этой программе строительства новой спортивной площадки, вы знаете, просто ликовали детки, учителя, вот и родители в том числе, потому что площадка, которая универсальная, будет с твердым покрытием, это волейбол, баскетбол, значит, теннис можно будет в любую, так сказать, погоду. Только в Ставропольском районе в рамках ведомственного проекта госпрограммы запланировано построить более 70 объектов, а в масштабе региона их будет свыше 500. Если мы говорим о программе благоустройства сельских территорий, то их около 600. Если мы говорим о программе ведомственной целевой программе «Современный облик сельских территорий», то у нас победило 2 проекта на уровне Российской Федерации, причем один из них набрал самое большое количество баллов в России. Если мы говорим о так называемой инженерной инфраструктуре, то их 12 проектов будет реализовано. Благоустройство будет вестись комплексно. Также будут меняться и строиться новые инженерные коммуникации и социальные объекты. Эти незрачные с виду кустики в скором времени превратятся в удивительный яблоневый сад. Посаженные осенью прошлого года деревца дадут потом любимые самарцами сорта – «Жигулевский», «Куйбышевский», «Спартак». Садоводы предполагают собирать с гектара нового сада до 40 тонн урожая в год. Всего же на этих полях уже выведено более 600 сортов косточковых и семечковых культур. Реализация на сегодняшний день осуществляется мелкооптовыми партиями. С частниками мы планируем в ближайшее время начать работать через агропарк с розницей. И также мы сейчас работаем с местными сетями по вопросу входа на рынок и начала реализации через их сети, торговые сети. Успешная реализация этого плана поможет выдавить фальсификат с полок продуктовых магазинов, обеспечить реальную, а не теневую конкуренцию за потребителя и, самое главное, защитить от некачественных продуктов жителей региона. Именно так сформулирована задача, которую губернатор Самарской области Дмитрий Азаров озвучил в своем ежегодном послании. Включено как раз стратегическое направление и, соответственно, предусмотрены определенные меры поддержки. Это и на закладку садов. Причем на сегодня делается акцент на закладку именно интенсивного
интенсивных садов интенсивного типа, где больше количество растений на гектаре, мы получаем больше, быстрее яблоки, лучшего качества, скажем так. На сегодняшний день садоводы области уже собрали более 15 тысяч тонн яблок. Этот урожай позволит заполнить самарским товаром не менее 30% регионального рынка. Увеличить эту цифру на порядок и тем самым серьезно потеснить на прилавках импорт. Такая задача стоит сегодня перед местными аграриями. Пути ее решения заинтересованные стороны обсудили на совещании в региональном Минсельхозе. Один из главных итогов встречи – это уверенность садоводов в том, что они могут рассчитывать на серьезную поддержку государства.